Заяви, які лунають з Москви, з Кремля, і там же начебто не проти Зеленського на посаді президента. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Ну, він сказав, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої ось цієї спецоперації. Все в лапках. На брифінгу Пєскова також попросили прокоментувати слова президента нашої держави про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, аби отримати перепочинок. Ну, він відповів, що Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне. Ну, куди ж там без цих заліхватських заяв. Говоримо про ось таку позицію, яку озвучив Пєсков з Іваном Преображенським, кандидат наук, публіцист, політичний аналітик. Іван, приветствуємо вас в ефірі телеканалу «Київ». Добрий вечір. Скажите, как читать вот эту заяву Пескова? Хотя там их уже было множество, и каждый раз они разные. Но вот как на это смотреть? Ну, я думаю, что на самом деле это достаточно серьезный сигнал, который означает, что они окончательно потеряли надежду на возможное изменение ситуации на фронте. Никакого наступления они уже не ждут. Соответственно, они не надеются на то, что им удастся каким-нибудь образом сместить Владимира Зеленского, сменить власть в Киеве. До последнего момента, я думаю, что у них оставались надежды на тяжелую зиму, на какие-нибудь там социальные бунты и так далее, которыми они смогут воспользоваться. И если не получить кого-то более удобного, то хотя бы получить кого-то другого и дестабилизировать ситуацию в Украине. Теперь и на это, судя по всему, они уже не рассчитывают. Иван, а смотрите, когда Песков говорит, что вот цели они будут достигнуты, а вообще понятно, о каких целях вот говорится? Потому что они так много и часто менялись. Ну, всем и так понятно, какие реальные цели, какие цели заявлялись. Заявлялись, все помнят, в первые дни, когда они собирались в 3 дня взять Киев, денацификация, а вот эти все сложные слова, да? Да, и денуклеаризация. Вот. Ничего из этого. Демилитаризация идет скорее в обратную сторону. Денуклеаризация отчасти им удалась в том плане, что они захватили Запорожскую АЭС, и пока ее удерживают, и АЭС фактически остановлена, что это как не денуклеаризация. Что касается денацификации, то это ожидает саму Российскую Федерацию, скорее всего, судя по тому, какие заявления, какие действия они предпринимают, по-другому предполагать трудно. Так что это отдельные цели. А реальная цель, очевидно, реальная цель – это демонтаж украинского государства и демонтаж, собственно, геноцид, по сути дела, народа, потому что речь шла о том, чтобы уничтожить преподавание на украинском языке, для того, чтобы добиться полной его включенности в состав России, что они пытались сделать на оккупированных территориях. На части оккупированных территорий, соответственно, которые еще пока остаются под российским контролем, они продолжают это делать. И эти цели интуитивно были прекрасно понятны всем, собственно, ровно потому, что всем было понятно, что война идет совсем не за то, за что заявляется. Власти России все время пытались придумывать какие-то новые псевдоцели, и все уже запутались в их версиях того, для чего ведется то, что они называют специальной военной операцией, то есть военная агрессия против Украины. Иван, смотрите, сейчас очень многие говорят о том, что вот режим Путина, он там расшатан или не расшатан, как повлияло на его вот структуры, на его сильные позиции или не очень, вот этот уход из Херсона. А как вы на это смотрите? Насколько вообще положение дел в Кремле зависит от положения дел на фронте? Ну, я думаю, что положение дел в Кремле зависит достаточно сильно от положения дел на фронте, но не так, как это многим представляется. Речь не идет о том, что Владимир Путин может сохранить либо потерять власть в зависимости от положения дел на фронте. Прямой зависимости тут нет. То есть действительно стремительный военный разгром в течение, например, нескольких дней, он наверняка приведет к падению режима Владимира Путина. Постепенное освобождение территорий ЗСУ не приведет к падению Владимира Путина, скорее всего. Социологические опросы, мы, конечно, понимаем, что такое социологические опросы в тоталитарном государстве,
во время войны. Но, тем не менее, они показывают некоторые тенденции, все-таки, которым можно доверять. Именно тенденции, а не конкретные цифры. И речь идет о том, что большинство россиян, в принципе, неинтересно само по себе ни захват Херсона был, ни освобождение Херсона, то есть уход оттуда российских войск. Да, это военное поражение, но абсолютное большинство населения абсолютно на это наплевать. Я думаю, точно так же будет наплевать, если вдруг российской армии придется уходить из Крыма. С той разницей, что это затронет большую часть уже все-таки населения. Реально это волнует 15%. Те, кто изначально понимали, зачем эта война, поддерживали главное это. И сейчас недовольны Владимиром Путиным. То есть ровно те, на кого он опирался последние 8 месяцев, сейчас переходят к нему в оппозицию. А кто эти люди, Иван? Ну, вот о ком мы говорим? О конкретных каких-то фамилиях, именах? Я думаю, что есть и конкретные фамилии и имена, а есть, как бы, что называется, широкие круги населения. Но не большинство его, да, а вот как бы определенные группы. Есть так называемая патриотическая общественность. Сюда относятся практически все пропагандисты, которые однозначно недовольны российским поражением и отступлением. Никогда они не пользовались таким влиянием в стране, как во время этой войны. Никогда у них не было ресурса давить на политиков реально и получать столько бабок, сколько они получали последние месяцы. Бабла там точно. Они кровно заинтересованы. Вот для кого война, для кого мать родная, это пророссийских пропагандистов, 100%. Часть военных. Та часть военных, которая считает, что надо было применять все, что угодно, включая ядерное оружие, ни в коем случае не отступать ни на шаг. И это в том числе и те, кто в начале войны выступали внутри самой российской армии против войны, потому что понимали, что у России практически нет шансов победить. Но это вот такое странное так называемое псевдопатриотическое сознание, его обычно характеризуют фразой «мы же не можем выступать против своей собственной армии». И эти люди готовы поддерживать свою собственную армию вплоть до любых военных преступлений, и не поддерживать Путина за то, что он недостаточно заботится об этой армии и не идет на военные преступления, а предпочитает отступать на дополнительные, еще более мощные по сравнению с совершенными. Это некоторое количество людей в руководстве страны, те, кто инициировал эту войну вместе с Путиным и подталкивал ее к ней. Соответственно, и это некоторые псевдооппозиционные партии, часть актива коммунистической партии российской, часть актива ЛДПР, люди, которые честно надеялись в начале войны на быструю и серьезную победу, на то, что они на этом сделают себе карьеру, на то, что они поедут руководить новыми оккупированными территориями и так далее. Они не могут простить Путину этого поражения. Но в целом, по моим прикидкам, это не более 15% населения в России. То есть те, кто достаточно активно поддерживал войну все это время. И лидеры, скажем так, вот этого движения, этого процесса. Угу. Иван, а если говорить о смене власти в России, вот как вы на это смотрите и с чего этот процесс может начаться? Потому что мы сейчас говорим о определенных группах, которые стали набирать силу, к примеру. Тот же Пригожин, тот же Кадыров. Я на это смотрю достаточно пессимистично, честно говоря. Я вижу, что многие коллеги рассуждают о том, что вот уже в ближайшее время конфликт в верхах в России перейдет в активную фазу. Да, есть такие мнения. Да. Я думаю, что эти бои идут под Владимиром Путиным. И Пригожин, и Кадыров опираются на поддержку Путина и поддерживают Путина против руководства российского Министерства обороны и Генерального штаба. По этой линии, собственно, шел конфликт. Путину не с руки самому было нападать на военных публично. Он для этого использовал своих наемников, пиратов, как угодно их можно назвать. Вот. С этой точки зрения они больше всего условный Пригожин, это, конечно, очень блестящее ему сравнение, похож на Фрэнсиса Дрейка. Вначале корабли грабил чужие, а потом приехал командовать национальным флотом.
Пригожин себя видит, конечно, вот приблизительно в этой роли сам. Но отрываться от Путина он не будет до последнего момента. Сейчас Пригожин слишком слаб. Кадыров самостоятельно имеет, конечно, мощную по российским масштабам армию вооруженную свою, но тоже недостаточно силен, чтобы взять власть в стране. Без Путина их снесут и растопчут немедленно, потому что количество людей, которые их ненавидят, в том числе в российской власти, огромно. Пригожина до сих пор большая часть окружения Путина считает таким уличным бандитом, которому они подают руку только в присутствии Путина. Они сами многие из этого же вылезли, но они вылезли еще в 90-е. И они уже как бы отмылись и очистились, как они считают, от этой грязи и крови. И, соответственно, есть и другие группировки, которые тоже в потенциале прикидывают, что будет, если вдруг Путин слетит, но за власть... С Путиным они не борются. Поэтому единственные возможности, две, при которых Путин исчезает, это резкое углубление экономического и социального кризиса в стране, рост массовых протестов, которые не будут быстрыми, и создание, что называется, той инфраструктуры протеста, которую Путин активно разрушал последние 2-3 года перед началом полномасштабной военной агрессии, когда он уничтожал все пацифистские организации, объявлял иностранными агентами любые возможные неудобные НКО, включая там феминисток, всех, кто мог хоть как-то начать призывать к миру. И политическую оппозицию раздавил практически полностью, либо как партию «Яблоко» превратил в какое-то дикое чучелко, которое одновременно выступает против войны и против Украины, по сути дела. Для этого, для того, чтобы он слетел в результате именно социальных протестов, должен пройти долгий процесс самоорганизации. Россия настолько атомизированное общество, в котором никто никому не верит, в котором отсутствует эмпатия, что мы видели по чудовищным преступлениям, которые российская армия совершала и совершает на территории Украины, что как вы можете себе представить, как эти люди между собой будут договариваться? Сорганизуются, это очень да? сложный процесс, да. Ну и второе, это дворцовый переворот. Это весьма возможный вариант, опять-таки, но вряд ли сейчас. Дворцовый переворот возможен в случае, когда Путин совершает какую-то фатальную ошибку, либо дает команду условно на применение ядерного оружия, либо второй вариант совершает что-то, причем он окончательно теряет власть. Он много для этого на самом деле сейчас делает, он много совершает ошибок, он дает дополнительные полномочия региональным властям, а они начинают, как в позднем Советском Союзе, приобретать субъектность и вести себя, как они хотят, но пока еще фатальной для себя ошибки, при которой все увидят, что Путин слаб, и можно от него избавиться, он еще не совершил. Иван, спасибо вам за разговор, что присоединились к эфиру телеканала «Киев». Благодарю. Иван Преображенский, кандидат наук, публицист, политический аналитик, был с нами на связку.